Доброе утро, мои хорошие. Доброе утро. Ну что, день почелся. У меня первая процедура — кинезотерапия в вертикальной ванной. То есть это акваэробика в воде. Поднимите руки шире, 3-4, со всякими там штучками, дрючками. Я постараюсь показать. Идемте, идемте, быстрее. Спортом заниматься. Здесь очень красиво. Вот это выход с обратной стороны, как к морю идти. Вот этот куст так нравится. Такое впечатление, что настоящее сейчас облетит все. А оно такое плотное, искусственное, но такое красивое. Здравствуйте. Здесь все в халатах ходят. Очень много картин с такой, с мужской тематикой, именно Балтийский берег. Красиво. Какое солнышко, как хорошо. Вот так мы пришли. Я выключусь. Помните, все в халатах. Вот. Потому что тут сразу входишь, и раздевалка. Я уже попробую там. Ух ты. Там я ни разу не была. Но там тоже что-то мне будет. Ой, ребята, чтобы это я была, не я. Я вошла через мужскую раздевалку. Я зашла, думаю, что-то было не так вчера. Это там по коридору. Какой ужас. Я хотела выйти, а туда выйти невозможно. Подхожу, это моя девушка-тренер. Она говорит, вы должны отсюда были зайти. Я говорю, так я хотела выйти, меня не, дверь не выпускала. Она говорит, ничего, ничего, так, короче. Хороший трындеть, это сауна. Ни разу не была еще в сауне. Там идет тренировочка. Это джакузи. Ну, хоть убейте меня, я джакузи, я брезгу. Я не понимаю, как можно сидеть в одной ванной с людьми, которых ты даже не знаешь. Хотя бассейн — это что же, знаете, как тут мило. Зона отдыха. Поплавал себе, занимайся. Это, короче, там идет тренировка, я не буду показывать. Люди повыходят, я потом снимаю. Идет тренировочка. Там тоже какая-то зона. Сейчас я покажу вам. Там тоже какие-то процедуры, бассейны, там тоже люди. Не могу показать. Вот это такими мы занимаемся штучками. Это очень легкие штучки, но они не тонут. И надо под водой их так интенсивно держать под водой, разводить руками, ногами. Так, палки всякие, что хочешь. Вот эти тоже штуки, короче, сжимаешь под водой, держишь. Тренирую, короче, красота. А это хамам. О, это, наверное, у меня здесь процедура будет. Хамам, да. Кладут на стой. Значит, сначала распариваешься в сауне. А где хамам сам? Это для процедуры. Где-то хамам надо спросить, а не где. Распариваешься. Потом тебя выкладывают на стол. И хороший делают пилинг. Прямо ты весь в пене. Пилингуют. Я откуда знаю очень хорошо эту процедуру? Я когда работала в Кировограде, в салоне красоты, территория красоты, у нас тоже была процедура хамам. Обалденно! Пилингуют тебя. Ты весь в пене. Потом массаж, потом маслами, кремами. Да ты что, ты потом выходишь, значит, что-то на свет народится. Только-только. Тело как у младенца. Здесь бассейн. Люди повыходили, но там уже другие позаходили. Я не могу людей показывать. Во-первых, ну, я сама не люблю, когда лезут с камерой тебе в лицо. Так, в общем, такой бассейнчик. И вот это мы вдоль вот так стоим все. И пошла жара, занимаемся. Все, зайчики, надо идти в душ. Такие правила. Хоть ты из душа, надо идти в душ, пополоснуться. Ради бога. Пошла. Вот приблизительно так выглядит процедурка в хамаме. Пеной тебя мажут, что хочешь, скрабят. Так вообще красота. Следующая моя процедурка — это жемчужная ванна с бишофитом. Девушка говорит, ложитесь. Как? Уже? Душ тут уже есть, можно принять. Звук я выключила. Но я в купальнике, потому что мне в купальнике как мне ложить. В купальнике же не будет. У меня скоро плавники вырастут, я постоянно в воде.
мои хорошие, это просто райское наслаждение. Это джакузи. Бурлила так. Думала, душу вытрясет. Это же была жемчужная ванна с бишофитом. Так бурлит. Видите, вода спускается. Тут программа сама выставляется на 20 минут. Бурлит. Все телеса разбурлила. Такой массаж, короче, обалденный. Обалденный. И гляньте, что я тут вычитала. Для получения максимального эффекта от жемчужных ванн рекомендуется не принимайте душ. Аккуратно сушите кожу полотенцем. Отдохните 20-30 минут. Ну, я хорошо, я подожду. Теперь я уже еду на массаж. 12:30 у меня массаж. Сейчас посмотрим, куда я приехала. Куда-то приехала. Здравствуйте. Ой. Как здесь барчики, атмосферно, красиво, уютненько. Массаж мне делал мужчина сегодня. Вчера женщина. Отличия, конечно, есть. Во-первых, у них у обоих разная техника. И то, что он мне сегодня делал. Так это же массаж чувствуется. А она таки поглаживание мне вчера. Завтра опять к нему. Но это не я выбираю. Это как мне расписали. Очень довольна. Хорошо. Прямо какое-то райское место. После массажика пришла пообедать. Смотрите, ребята, вот такой вот выглядит цепелина. Здесь выбор не очень большой, но очень вкусно всем. Людей побольше поприходило. Здесь суп-пюре из брокколи и томатный суп. Хочу вот этот томатный суп попробовать. Что это за суп? А, вот с кашей с какой-то. Сейчас. Можно добавить зеленушечки. Ну, красиво-то. Сметана есть. Сейчас я попробую без сметаны, если понадобится, я добавлю. Антуражик. Здесь треска, гречечка, брокколи, рис. Как, не знаю, как на рассольник с виду. Попробуем. Там курочка, картошечка. Говядина, свинина, очень вкусная. Оно все такое мягкое, разваренное, классное. Овощи. Чай, кофе какой хочешь, пожалуйста. В ассортименте. Ой, кофе вкусный. Здесь можно сок. Здесь можно просто воду заказать. Заказать, налить всем. В этом зале... Тоже мне так на парне нравятся вот эти украшения. Всякие кренделючки. Я от них сторонюсь. От углеводов подальше. Овощи. Ой, сори. Фрукты. Арбузик вкусный, сладкий вчера. Дымки. И так можно с собой взять, можно в комнату. Я потом подойду возьму. Тут тоже чаечки. Очень хорошо, спокойно. А это, наверное, на завтраках они себе делают эти горячие бутерброды. Наверное, я не знаю. Может, как-то и зайду на завтраки. Я взяла попробовать цепелин. Ну, не моя еда, конечно. Здесь все, ну, это тесто с картошкой, наверное. Очень много теста. Мясо вкусное. Нежно. Знаете, а тут же все на тесто. Куда столько теста? Мясо вкусно. Это что тут? 3 килограмма теста. Цепелины. Знаете, сколько? 3 килограмма теста. Ну куда? Не. Рыбку взяла.
брокколи. Это тесто, до свидания. Мясо очень вкусное.